Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас видеть. Леонид Ильич, здравствуйте и всем участникам. Приветствую всех. Прекрасный доклад. Я всегда действительно получаю и когнитивное, и эстетическое удовольствие от ваших докладов. Спасибо большое. И у меня вопрос про пациентку с туберозным склерозом, у которой не могли изначально клинически определить инициальную зону приступа, и в конце концов определились. После операции вы сказали, что у нее нет приступов. 4 года. Да, подскажите, пожалуйста, насчет тактики противоэпилептической терапии в этом случае. Да, я расскажу. Девушка, ей тогда было 18 лет, исполнилось, 18 лет. Она уже страдала приступами в течение 12 лет. Вот. Учитывая, что это туберозный склероз, то смелая отмена терапии антиэпилептической, она принимала три препарата. Три препарата. Мы отменили один полностью, левотироцетам. Мы оставили два лекарства, это снизили в 2 раза дозу топирамата, и у нее ламотриджин остался в полной дозе. Мы оставили это на более длительный срок. Почему? Потому что вылечить приступы, да, но тотально излечить от туберозного склероза до 6-й революции не получится. Ну, вот так. То есть туберозный склероз остался с этой девочкой, но приступов сейчас нет в течение 4 лет. Мама ее попыталась даже устроить, трудоустроить, чтобы она работала. Она помогает маме, они работают вместе. Вот. То есть раньше, когда приступы были ежедневными, если бы это был не туберозный склероз, а сингл ФКД, то есть единственная фокальная кортикальная дисплазия, мы бы однозначно более смело и более рано шли бы на полную отмену терапии. А учитывая, что она болеет болезнью множества кортикальных дисплазий, мы убрали только один препарат, который ей мешал больше всего. Один снизили, один полностью оставили. И это будет длительно, потому что отмена терапии может привести к рецидиву приступов. Но она сейчас в полной клинике энцефалографической ремиссии? Или да, 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 да. То есть буквально она приезжала последний раз в клинику 2 месяца назад на контроль. Мы делаем уже такие коротенькие контроли раз в год. Первые 2 года мы ее каждые полгода видели. Вот. У нее на электроэнцефалограмме разрядов нет, приступов нет, но отмена у этой пациентки будет идти более медленно, честно. Потому что она имеет несколько эпилептогенных субстратов и есть угроза просто появления новой эпилепсии. Но да. В смысле, отмена все-таки вот до терапии будет вывести на монотерапию? Я думаю, вывести на монотерапию и при 7-летней ремиссии, наверное, пойти на полную отмену, честно. При туберозном склерозе? Да. Да. Спасибо. Да, спасибо. Мы проговариваем риски всегда. То есть мы же не можем обещать людям что-то стопроцентного. 100% – это Господь Бог. Ну, конечно. Эффективность хирургии в хороших руках. Процентов 70-75 излечения от приступов. Но туберозный склероз, то, что вот мы считали, у нас большой опыт хирургии туберозного склероза, у нас получилось 60% 1А-исход, то есть полное излечение приступов в длительном наблюдении, в катамнезе там, 5-летнем. Вот. Но даже не 70, понимаете? Потому что это более сложные пациенты, чем полимикрогирия или фокально-кортикальная дисплазия или там объемное образование или склероз гиппокампа. У